конечно, я снимаю. Сидит. Она сейчас это, возможно, запрыгнет туда, на окно. Не, когда я снимаю, она, наверное, не куда-нибудь. Ну, она, видишь, видишь, она уже сумасшедшая. Она уже носится. Носится, псих уже этот носится, носится. Что-то там ножки сложила под стул. Котики порвали все обои. Кстати, начинают уже новое, на новых местах это делать. Еще не в ободранных. Вот этот особенно паразит. Паразит, ты зачем вот, обои делаешь? Кстати, один он считает драл. Она через тебя? Сачка еще вот так вот носится. Потом стулья падают еще. Она через тебя сейчас пробежала, да? Да, вот здесь. Я, по-моему, заснял. Сейчас будем ждать, пока назад побегут. Да, жулик тоже уже носится. Такие драки бывают, что страшно глянуть. Только пух летит. Страшно закопал. Жулик что-то первый пришел. О, кусачка пролетела. Все, все, все. Ой, мы их родили. Блин, кусака. Ничего нельзя ставить, я не знаю. Ну, упала. Помяла мне. Вот это минус таких вот ненормальных дома. Все надо прятать вовремя. Ждем. Сейчас будет. Не дам ей пробежать. Сейчас будет бежать назад. Сейчас может тут пробежать. Затишье перед бурей. Да, ковры посворачивали там уже. Да какие ковры? Это не ковры, это какие-то полотенца. Ковры должны быть, мне кажется, твердыми. Хорош. Так, что-то один устал, Лех, все. Жулик, что, не справляешься с молодой кусачкой, да? Носится она быстро. Ты уже старичок. Сколько ему интересно? Года 4, 5, 5 лет. 4-5. Жулик, мы не помним, где тут, когда твой день рождения. Я его подобрала, когда я еще одна жила в Минске. Ну, без тебя ты тут работу заканчивала, а я приехала в Минск. Поселилась, Арину забрала, и это, в конце зимы, в начале весны, ну еще снег был, но это уже конец зимы, ну, когда я его подобрала. Ну, я приехал, тогда я еще работал здесь, в Солигорске. Ты работал в Солигорске, да, заканчивал, ты ж летом там, в начале лета приехал. И сколько мы там потом прожили еще? 4 года? 5, наверное, или 4. 4. 4, и тут еще год, 5, ну тому 5 лет. Уже больше, 6-й год прошел. Ах ты старичок. Какой он старичок? В полном расцвете. Мужчина в полном расцвете сил. Смотри, как он носится, тоже для старичок. Тоже шагает. Что там у нас на улице? Сейчас пойдем печеньки покупать. Вон в ту степь. Куда-то туда. Реки рассоленые ступом, которых, кстати, жулик трескал. У нас ролик. Да, ролик ест, как вон, вон тот вон медвежонок лохматый, ест печеньки. Наши пилят. Ну, любитель он у нас сдобы, ну, всякой, кондитерских изделий. Не, он не все ест. Он такой. Так интересно, вот он раньше любил что-то с ванилью обычно, а тут решил солененькое с лучком попробовать. Неординарное. Ну, видишь, что-то ему заманило все-таки. Что-то они туда добавили, что даже котов привлекает. Гамачок? Никто не спит в нашем гамачке. Такой классный гамачок. Интересно. Мы жулика покатали немножко. Ну, жулика в нем покатали, все, больше не спит. Тут с игрушками играются все. Надо заводить нового кота с детства, приучать. Знаешь, это пользуется у нас этим гамаком Марина, когда сидит. Ноги туда закладывает, знаешь, как тепленько, хорошо. Мы еще думали, что здесь можно хранить носки. Кстати, я так и делаю. Носки туда так ложу и все, отлично. Да, носки и этот... Да, маленького котика нам бы не помешало бы. Еще одного. Мы очень мечтаем себе потом приобрести. Нравится это нам. Не... Да, очень хочется такого гигантского кота. Мейн-куны такие есть. Они прям есть такие вот мордатые, такие классные. У них как у рыси кисточки на ушах. Мы когда были на этом, на в Минске. На выставке. На выставке котов, какие они там классные. На Экспо Белле выставка была, там лежали такие это огромные, вообще... как... Блин, как тигры просто. Мы мечтаем красавцы. О таком коте, чтобы яркий какой-нибудь рыжий, можешь. Нам, кстати, это надо
Краска другая Ну, уже. У а нас то он стрейка, все да, и все серые. полосатики, все Все серые. полосатики. Надо этот немножко их разукрасить, Разнообразить. разнообразить, да, рыженького. Но это не сейчас. Пока пятером мы тут, пять котов у нас в двухкомнатной квартире, так это уже шестой, наверное, будет лишний. Хотя, я думаю, и 10 даже было бы не лишним. Главное, как к ним относишься. Не забывай, что их еще содержать А, надо. ну да, они вот кушают, кстати, немало. Наполняться им покупаем и корм. Да. Кстати, премиум класс. Хорошо, игрушки делаем сами. А им игрушки не надо. Дал кусок, трубочку или кусок изолоны. И все Кстати, будут лучшая игрушка, сосиски. да. Берешь? Они, кстати, уже снесли куда-то кусок изолоны. Берешь вот трубочку и сразу у него просыпаются инстинкты. Накрывает, портит. Нет, что-то он, наверное, наигрался. Отдыхает в следующем Да, году. ладно, не будем мешать. Вот так интересно у нас спит Масяня. Мордочкой вниз. Только она... А, все, помешала ей. Только она так спит. Жулик спит на моих выкройках. Как всегда. Нашел все-таки место на столе. Свободное, да. А Вова у нас, как всегда, в какой-нибудь игре. Да. Я работаю над макросами. Это что? Чтобы такое вообще не страшное сидеть, слово. чтобы не сидеть в игре, а чтобы он сам. А что ты будешь делать тогда? Ну, он будет работать, а я буду заниматься другими делами. В другой игре сидеть. Да. Угу. Ну, вот так вот. На одну кнопку делает много действий, да? Ага. Ну, я так поняла? Да. Что-то там пишут своими каракулями. Клавиатура это позволяет же делать. Ну, клавиатура. Все классно, конечно. Я уже сварила супчик грибной. На этот раз грибов-то мы сегодня больше насобирали. На этот раз грибами хоть пахнет. Чисто грибной суп. Все, жулик, сейчас я буду прогонять. Надо... Выкройку сделала, надо шить сумку. Время пробовать грибной суп. А у нас тут грибы. Ой, что ты шепчешь вечно. В грибном супе у нас грибы, понятно? И грибной вкус, кстати, да. На этот раз. Ну как? Чисто грибной суп. Я чувствую но, грибы. Но я пробовала грибной. Даже вкус водички грибной. Класс. Да, сегодня нормальная у нас порция грибов. Маловато, конечно, нашли, но что поделать. Ну, для супа это само то. Пока нет грибов. Мы пойдем, когда их будет много, насобираем тогда много. Ты уверен? Уверен. В прошлом году ничего не насобирали. Потому что никуда ходить не пойдем, пойдем в другое место. Ням-ням-ням. Опять мы полуношники. Уже первый час ночи. Ты чего не спишь? Не хочу. Сегодня выходной. Выспались с тобой? Во сколько мы встали? Ой. Как поздно. А заснули, наверное, 12 тоже первым часу. Вот так вот мы высыпаемся. Классно. Жулик тут спрятался у меня в ногах. Ничего не видно, конечно. Подцелить его как-нибудь. Вон он. Я тут шила, сидела, а он и грела свои ноги об жулика. Не знаю, себе новое место нашел. Новое место нашел. В домике своем уже не спит. Да? Странно, конечно. В том домике уже никто там не дрыхнет. А он там спал поначалу очень долго. Теперь место дислокации свое поменял. А ну вот эти вот, где придется. Еще Еврик ночью может прийти. Сейчас, правда, придется их прогонять. Надо же спать, ложиться. Да, но кусачка все равно придет. Она всегда с нами спит. Тяжело почти. У нас? У тебя? Завтра приду к тебе в гости посмотреть, как тебе тяжело работается. Посмотрим, какой у тебя новый павильончик. Большой. Большой-большой. Два раза больше. Два раза больше. Классно. В общем, про спадки. Я там пол сумочки уже шила. Будет она такая рыженькая. Прикольная, потом покажу. Осталось совсем чуть-чуть. Завтра уже закончу. Все, спокойной ночи.